пошла запись или не пошла. Вчера, 3 дня назад, вот этот мудохался, делал что-то видео и этот, и что-то не записал. Видать, карта памяти, что ли, там что-то заглючило. Так, 84-го года, привет из Сиэтла, Америка на проводе. Бигхорн сегодня у нас. 94-го года, 88, почти 89 пробег. Дизель полный привод. Комплектация Lotus. Что туда входит? Кроме руля с названием, да? Ну, вроде подвеска, говорят. Запустим. Дуга. Противотуманки. Родной цвет. Подножка LAR. Вот у него такой, да? Lotus. Limited. Что там в Limited ходит? Сейчас внутри посмотрим. Road Express. Полировать надо, наверное, так и блестит, вроде помыли его, но сейчас посмотрю жирными руками. Да, такой гладенький вроде. Может, надо полировать, да? Обычно налет у него у плохих машин. Такой страшный налет бывает на краске. Так, давай начну с плохого сразу, да? Тут у нас замена масла, размер резины, тут датчик. Включим пока его. Вот частенько бывает вот такая штука. Вот видите, да, на бигхорнах. Не работает. Вроде пробег маленький. Качество пластика. Да и вообще не работает ничего. Тут надо искать, сюда идет электричество или нет. Так, ну вот по высоте регулировка сидений. Материал такой не отжатый. Не промятый. Руль кожаный. Это он уже сам поставил эти флюшки. В общем, электростеклоподъемник не работает. Запускаем. Свеча накала. Ай, ремень, генератор слабенький. Подсвистывать надо. Это немножко неудобно. Но надо залезть как-нибудь, подтянуть. Запустили. Давление масла страшное. А, заправиться надо будет сегодня. И залить жидкость. Его как раз загорелся датчик топлива. Всегда вот на старых машинах, как Isuzu, у них генератор такой, что ли, слабенький. Не сразу показывает зарядку. Ему надо дать время какое-то. Минуты 3, наверное, что ли, чтобы он там возбудился. Ну и ремень слабый еще, конечно, но все равно у них вот сигнальчик. Так, в общем, зеркала-то подогрев есть. Противотуманки. Свет включим. Это вот регулятор подсветки. Овердрайв есть, там внизу горит. Да, и следующая проблема. Нет овердрайва и нету спидометра. Кто знает, подскажите. Датчик скорости там снизу поменяли. Да и тот проверили, он рабочий. Шестеренка там нормальная, не съеденная. Значит, где-то какая айсиновская электронная коробка, как говорят, может, у него где-то датчик температуры есть. Ну, до сих пор минуса уходит, да. Ладно, помолотит. Так, ладно. Климат-контроль. Кондишка, может быть, не работает. Ну, что поделаешь, старая машина. Ну, почти что не курящий. Здесь не загажен. Так, это у нас бензобак, это у нас бардачок, подогрев одного только сиденья, да, это у нас power и нормальный режим, да, или зимний, или что это такое, NOR, или Т, зрение уже, старый бабай уже, зрение не острое, подлокотники. Аукционник у него, да, 88 200 с чем-то пробег. Ну вот они написали, что электрозеркала не работает.
Хотя они работают, складывание не работает на одном зеркале. Так, а вот что такое с этим? С овердрайвом или температурный датчик, который не дает коробке включить овердрайв, пока не нагреется до 30 градусов, там что ли, по-моему, что не помню, да. Или же, может быть, что-то глючит в приборке. Ну, машина-то вроде маленький пробег. Скорее всего, электрика, датчик, скорее всего, да. Ну-ка, этот у нас тоже, вот, по-моему, не работает, да? Датчик у нас на подошнике. Да, вот она поднялась, да? Видели, да? Этот, как его, медленно поднимается этот генератор, да? Очень. А он, кстати, вот подсвистывает, надо подтянуть, да? Свистит. Ладно, включим. Где у нас тут? Что это у нас тут? Это. Ну, что-то шевелится тоже на зеркало. Видать, там какой-то контакт или еще есть, или моторчик там хандрит. Подлокотник сзади, печки сзади нет. Прикурка. Свет. Люка нет. Ну и не нужен. Зеркало есть. И тут зеркало есть. И вот это. Два зеркала. Техосмотр есть. 18-й, 19-й. Так. Да, 8-й, 9-й год, короче. 9-й год, в сентябре, и остальное он стоял. Стоял на улице, или где там. Года два, наверное, стоял. Поэтому мы вот резину поменяли новую ему. Какую-то там, ну, в Японию уже поменяли. По дешманчику. All terrain, да? Вот все тут горит. Против туманки. Снизу защита у него. Кусок железа. Омыватели фар, щетки на фарах. Родное литье, хром на зеркалах, ну это зеркало парковки. Так, что у него тут от Limited? Это что-то вот непонятно, может надо полировать, какие-то разводи. Да. Бардачок у нас пустой. Заглянем туда, заглянем сюда. Так, такой вот салон. Да, вот с этой стороны что-то, видать, под дождем стоял химическим. Надо будет все-таки отдать на полировку. Подлокотник. Опа. Так, покажу. Кусочек. Бардачок у нас. Так вот все это дело складывается. Здесь кнопка. О, и он все расковырял. О, козел, да? И здесь кнопки нет. Ёпарасоте. Только сейчас заметил. Так. Надо будет заказывать, значит, в Японии. Сейчас проблема с почтой. И он будет идти 2 месяца, если простой почте отправлять запчасти. Ну или где-то на eBay найти. Не дымит. Допилили на 3 передачах потихонечку, не спеша, чтобы коробку не перегреть. Запасочка. Омыватель. Сзади открывается. Если кто-то будет использовать для кемпинга, батареи нет. Скоммуниздили. Хозяин куда-то ее затерял. То есть батареи, говорю, это вот домкрата. Как на прадике на старом дверочка. Тянуть надо.
Так, задний мост нырнем. Я не знаю, лызды, не лызды. Там наклейки не вижу. Хорошая защита. На пружинках. Задний мост спереди торсионный. Ручки хром. Так, такой столик получается, да? И тут вот такой бардачок. Что в нем там находится, чего нету. Так, ничего, удобненько. Мотор покажем. Здесь предохранители. Да, получается у него что-то раз, два, три. Две кнопки расковырял. О, и тут тоже нету. Ёпрст, ты муж из-за этого не работает. Не знаю, короче, надо лазить. Три, четыре кнопки надо заказывать, а что иметь? Так, дизельный мотор с интеркулером. Мотор, по идее, хороший. Батарея новая, что ли, я уж не помню. Обычно сразу автоматом ставим в Японии. У нас еще такой же есть, он стоит. Там уже электроник. Такой же мотор, но электроника добавлена и мощность чуть побольше. Что... У этого 125, а там 140, что ли. У нас кондиционер, а генератор под ним. Там сбоку надо подтягивать. Опа, а это его бензиновый брат. Тоже надо видео сделать. Так, ну что, все? Короче, этот нам достался с... Идеальный, по идее, да? Ржавчины нет. И такой, ну, полирнуть его. Вот тут вот чуть-чуть сбоку видно, чуть-чуть есть тусклости. Ну что, нет, овердрайва будем разбираться. Тут механики-то не хотят работать, тратить время на незнакомую машину. Приходится самим все пытаться делать. Кондишка не работает, но это ладно. Овердрайв. И... Да, тормоза что-то у него ватные, тоже надо будет отдать. Но это там, тормоза-то это. Здесь такая же машина есть, его называется Isuzu Trooper. Там тормоза, я думаю, такие же, это не проблема сделать. А, что еще? А, ну вот эти кнопки, да, надо будет заказывать. Все, он их выломал почему-то. Хулиган малай. Давайте, пишите, у кого такой же автомобиль был. Isuzu Bighorn. Я думаю, что не настолько редко, да. Вот это вот у него бензиновый брат, но у него VD1, по-моему, что ли, мотор 3.2 стоит, 205 лошадей. И коробка стоят американские. Ну, тут, кстати, полирнули его. Ну, что, смотрится, классно, да? Надо тоже это полирнуть. А у этого айсинг коробка покруче. Вот, обычно... Спид-сенсор меняли на раздатке, и все, проблема решалась, да. У этого то ли спидометр, то ли датчик скорости. Надо проверять, короче, лазить по интернету и так далее. На этом тоже датчик меняли температуру. Что-то Isuzu по мелочи, конечно, шалят, да. Ну или там хозяин, скорее всего, такой был, не следил за машиной. Надо все. Что-то вышло из строя сразу менять. Ладно, погода отличная. Все, до связи, да?
Такая вот стоянка. Ждем наплыва клиентов. Давайте пока, до связи.